вот-вот от гостиницы отъезжают автобусы с дагестанскими паломниками в долину Мина. После суточного пребывания в долине Мина дагестанские паломники собираются в долину Арафат, к одноименной горе Арафат. Мы прибыли в долину Арафат. Расквартировываются, если можно так сказать, наши дагестанские паломники. Занимают палатки, выходят с автобусов. В общем, здесь такая оборудованная площадка для молитвы. Можете наблюдать вокруг горы.